Эксперты-криминалисты, архивисты, кинологи, 27 фотоснимков о повседневной работе специалистов правоохранительных органов. Снимки не постановочные. В течение месяца Александр Королев наблюдал за трудом людей в форме и фиксировал на камеру. Так появился проект «Один день сотрудников полиции». Мне приходилось и раньше снимать, но здесь просто такое одно было глубокое погружение. А раньше приходилось снимать работу некоторых служб, вот работу там линейного отдела, тоже патрули. Однажды мы участвовали даже в погоне, в рейде с ДПС. Вот. Но это было интересно, но это было так разовые такие были. Первые в моей точно. Я специально профессиям не посвящал ни разу. Самой интересной для фотографа оказалась съемка участковых и сотрудников постовой службы. Этим полицейским приходится чаще общаться с людьми, чем другим подразделениям, комментирует фотограф. Потому и снимки с ними самые живые в экспозиции. На всероссийской акции «Один день работы полиции». То есть участковые направления, участковые службы – это одно из маленьких направлений работы полиции. Здесь представлено много служб. И ППС, участковые уполномоченные, ДПС, дежурная часть. Художник хотел показать все службы, которые здесь есть. У нас еще есть службы, которые здесь не представлены. Поэтому, я думаю, это мы продолжим это направление с ним дальше. Он уже пообещал. Поэтому здесь представлено то, что вот он увидел в мгновение и попытался изобразить всю, наверное, красоту и сложность вот этой нашей профессии. Своими фотоснимками Александр Королев позволил зрителю по-другому посмотреть на трудовые будни тех, кто всегда на страже закона и порядка. По откликам зрителей задумка удалась. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».